Даю вам 5 секунд, чтобы подумать, что сейчас будет. Не хочу. А, ёп! Господи. Блядь, ты что ж так пугаешь-то? Приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья. Это продолжение Бигфута. А где Данька? Я тут! Всем привет, ребята! Я залез. Вот. Я спускаюсь. Мне за него стыдно. Так вот. А, собственно, мы продолжаем нашего Бигфутика. Будем сейчас на него охотиться. Вот. Ух, ёп! Ой, господи, я никогда не успокоюсь с этим кеком. Он орёт, как не знаю кто. Как будто, знаешь, в цирке это слон на яйца наступил ему. О, точно, да. Вот так, рви, ветки, рви. Ох, нифига, а сколько их можно, бесконечно, что ли? Лол. Точно, обновление же вышло, и чтобы можно, короче, дофига веток собрать и на дофига капканов поставить. Давай, ладно, Данька, пошли. И в этой серии мы попробуем найти туристов, всех 4 туристов. Вот. Да. Так, Данька, давай попробуем вот поставить где-нибудь капканчик вот здесь вот. Давай, у меня мяско. Ой, да ёпшмать, ты дебил. На капкан. Ты поставил капкан прямо, когда я шел. Серьезно? Ты взял наступил на него? Лол. Да, теперь так, окей, кладем мясо и я сюда. Мяско не взял, блин. Пошли. Так, я и сейчас вот первым делом пойдем мы на озеро. У нас был стрим, кстати, народ. Да. Там набралось 2000 человек. Всем спасибо огромное. Вот, за то, что сидели на стриме. Так, и мы со стрима уже знаем, где примерно лежат люди. Ну, туристы мертвые. Да. Мы так на стриме кека не убили, потому что мультиплеер немножечко сошел с рельс, так сказать, и он не работал что-то у нас. То есть мы играли, а потом он бах и сломался. О, да. Вот кек! Кек! Видел? Да, он прибежал. Куда-то налево побежал. Да, туда. Лол, Данька. Сейчас поищем его. Так, ладно, давай сначала пойдем в лагерь. Пойдем, да. По карте погоди. Надо так. Лол, реально он только что пробежал, видел, да? Да, кек наш любимый. Офигеть, днем бегает, а мразота. Ну, собирает, наверное, грибочки. Так, мне еще много раз писали и говорили на стриме, ну, и под видео, то, что когда находишь 4 туристов, то кек начинает быть злым. Так вот, сегодня мы проверим это, так ли это, и попробуем его завалить все-таки. Да. Так, Данька, смотри, это что? Это понял. Это... Смотри, это вот, понятно. Собственно, у нас тут есть лагерь такой. Мы его находили на стриме уже. Так, чё? И давай искать тут труп. Давай, трупы где-то вот у лодок должны быть, да? Да. Ой-ой-ой, как солнце слепит глаза. Как страшно, ой-ой-ой-ой. Так, Данька, что, тут нет трупа? Он, знаешь... Значит, он не заспавнился. Стой, подожди, а мы... Значит, здесь он заспавнился. Да, он вот тут должен быть, вот тут. Да, ну, его тут нету, так что пошли дальше, посмотрим. Пойдем. Значит, может, в другом месте. Может, тут у берега где-нибудь есть, на самом деле? Или... Или в самом лагере. Так, давай посмотрим, собственно. Так, тут стульчик. Вот я на стриме помню, вот мы где-то тут ходили, и тут тоже был сам этот труп. Так, пошли. Пойдем. Собственно, Данька, я что-то не знаю, где. Может, пошли в пещеру ту? Сейчас мы покажем вам. Да, сейчас мы покажем все локации с Данькой, где могут вообще находиться трупы. Если там заходите с друзьями поиграть, что-то еще, но я говорю, этого мы не убивали еще, крендели. Так, ставлю тут капкан, замаскировываю его и ставлю мясо. Пошли. Мяско. Так. Вот, собственно, тут вот есть такая пещерочка, сейчас я покажу тебе ее. Мы сейчас покажем вам все места, народ. Мне уже писали, типа, молодец, что сначала изучил игру, а потом уже, собственно, пытаешься... Ой-ой-ой, какие страшные звуки из нее идут, как из сельского сортира. Ночью, ну, когда идешь, знаешь... Так. Во. Ой-ой, блядь, мыши. Вот труп. Вот труп, да. Так, первого туриста мы нашли, смотри, как его деформировало. Ему хорошо. Да, ему хорошо. Теперь хорошо. Да. Вот, собственно, первого туриста нашли. Вот пещера на карте, вот где находится. А еще мы узнали, что если молния бьет, то значит где-то рядом труп. Да, где-то рядом труп. Но это мы посмотрим ночью. Так, Данька, пошли дальше. Да. Сейчас там впереди будет вроде вышка сторожевая, как я помню. Так, бежишь? Да. Ой, блядь! Ой-ой, ёпашмать. Так, дерево обходим, потому что в дереве я один раз застрял. Да. И чуть стрим не сорвали. Да.
Но народ у нас был терпеливый, спасибо вам огромное. Так что да. Вот, так, это ты в листве шаришь? Да, это я собираю. Окей, окей. Так, смотри, тут тоже что-то есть такое интересненькое. Вот, но это вышечка. Вышечка, конечно. Так, и на ней что, там амуниция, думаю, есть? О, да, амуниция и для флэргана патроны. Ну, бери амуницию. Да, взял. Так, и тут рядом тоже, возможно, может быть труп лежать туриста. Ну, я что-то пока не вижу. Да, реально что-то не видим. Окей, Данька, тогда давай поставим вот с этой вышечкой рядом камеру. Да. И рядом капкан. Так, капкан. Ой, какой страшный звук у нее, у камеры. Ага. Так, надо веток сорвать. Давай. А я сам поставлю, давай. Давай. А сейчас я все замаскировал. А, ты замаскировал. Пошли. Давай. Так, Данька, собственно, давай по карте ориентироваться и смотреть. Собственно, давай. Искать туристов одновременно. Так, в лагере туристов мы не нашли. В вышечке тоже туристов не нашли особо. Тогда надо вот пойти. Вот видите, там отметка на карте такая. Там такая кишка. А, надо еще в каньоне посмотреть будет. Да, кстати, там тоже говорили, что есть труп. Сейчас мы покажем вам все места, где, возможно, спаунятся трупы туриста. Да. Когда находим 4 трупа, он становится злым, наш кек. Ну, это мне так писали, я не проверял. Я думаю, что возможно, почему бы нет. Да. Скажем так, усложнить задачу. Вот, всё-таки разработчик... Для чего-то их нужно найти. Чё-чё-чё? Я говорю, все-таки же для чего-то их нужно находить, правильно? Да. И... Не, ну мы как бы поехали сюда по сюжету игры, чтобы найти трупы. Ну, понятно, но итога же ведь нет того, после того, как мы найдем. Ну да, да. Возможно, что он захочет нас... О! Олень! Убивай! Убежал, собака. Я не могу, он далеко. Убил! Убил, красавчик. Хедшот, хедшот в голову. Хедшот, блядь. Хедшот в голову, когда звучит, знаешь? Типа, выстрел в голову. Так, давай капкан ставлю сюда. А, у тебя есть капкан? Да, конечно. Ставь капкан вот рядом. Вот с ним прямо где-нибудь, здесь, вот здесь, в брюхе здесь. Где-нибудь ему. Вот. Не-не-не-не, вот. Данька, вот давай, вот здесь вот. Да, давай. Ставлю вот так вот, и все. А мясо же можно, он сам прибежит. Да, он, ну, естественно, он же жрет их. Олень. Ну да. Олень. Так, тут какая-то вышечка. Опа, капкан. Да. Ну-ка, о-о. Взяли капкан. И что тут у нас на вышке? Да, амуниция. Так, я возьму, пожалуй, окей. Бери, конечно, да. Так, и тут рядом с вышкой, помню, мы находили трубчанский. Трупецус где-то лежал на стриме, но, возможно, здесь он не заспаунился. Да. Ой-ой-ой, дождь начался. Значит, началась ночь, и сейчас Бигфут пойдет нас искать, а нас убивать вот, будет. Да. А это будет не очень хорошо, я вам скажу. Угу. Так. Это будет очень плохо. Окей, Данька, трупа мы не видим, а очень жалко. Ну, возможно, впереди где-нибудь там. Может, мы у него ударить тогда найдем. Я не знаю. Его, конечно. Возможно, возможно. Так, ну, давай здесь пошаримся еще чуть-чуть. Давай. И пойдем в каньон смотреть, есть ли там труп. А, мы из... Во, каньон? Не, это... Да, это каньон, вроде. Каньон? Не, это ущелье. Он дальше, он впереди. Каньон. Так, стоп. Тут нет трупа нигде? Нету. Да, тут что-то нет трупа. Но вот, здесь что-то не видим. О, вот ущелье. Да. Не, или каньон. Я не знаю, как это называется. Не вроде знаю, каньон. Да. О, да, вон, видишь, там вроде труп лежит или нет? Или мне кажется? Не знаю. Не, мне показалось, блин. Показалось. Обидно, на самом деле. Сказали, что... Во-во-во, стоп! Это что? Чё? А, не, показалось, господи. Мне всегда, вот знаешь, вдалеке вот кажется что-то. Видимо, воображение хорошее, да? Видимо, у нас тут... Нет, видимо, у нас тут не заспавнилось просто. Да. Так, Данька, я чё слышал, шаги какие-то по листве? Это и мои шаги были. А, окей. Вроде как. Так, это корень. Господи, корень у дерева такой здоровый. Как нигерский бобол. Ну, ты понимаешь, да, о чем я. Да, да, твой смех тоже страшный, как нигерский болт. Успокойся. Так, пошли сейчас вон. Сейчас покажем вам одну пасхалочку, народ. Мы на стриме ее тоже показывали, но те, кто не были на стриме, и вообще, кто сейчас смотрит это видео, вот. Покажем вам все то, что мы не показали вам тогда. В другом видео, в прошлом видео. Да. Про Бигфута. Так, тут дерево какое-то есть. Да. Господи, вот вообще она... Ух! Ёпаш мать, он... Пойдем отсюда, пожалуйста. Боже, пошли, да. Хочу. Пошли. Ай, ёп! Ух, господи. Блядь, ты что ж так пугаешь-то? Труп, значит, там. Значит, туда. Труп, да, тут рядом есть. Значит, все-таки заспаунился. Да. Зевс нас пугает. Да. Или не факт, Данька. Ну-ка.
Не факт, да должен быть труп. Я что-то вот сейчас по НВ смотрю, ничего нету. И да, и правда. Серьезно, нету ничего по НВ, да нет. А вот та пасхалочка, кстати, с домиком. А, вот, сейчас покажу вам пасхалку с домиком. Вы видите, дом там стоит такой вот. Вот, до него никак нельзя вроде как добраться. Правда, а если туда стрельнуть, кстати, я никогда не пробовал. Ну-ка, давай попробуем. Ну, может, там что-нибудь вылезет? Да, а, там невидимая стена, понятно. Да. Для красоты. Ну-ка. Да, блин, жалко на самом деле. Трупа здесь тоже нету, несмотря на то, что молния ударила, кстати. Да. Чувак, значит, это не от этого зависит, я же говорю. Ну, да, видимо. Или, да. Может, мы плохо посмотрели? Ну, не знаю, вроде как-то. Уже посмотрели хорошо. Не знаю, не знаю, не знаю. Значит... Может, совпадение просто было. Возможно. А, подожди! А, мы же нашли уже одного. Да. Я что-то думал, ты что черепок на карте? А, нет. Нет, я... Просто так. Может, где-то он тут, рядом, в этой местности. Не знаю, кстати, по НВ тоже особо юзать не надо, потому что да. Батарейка садится быстро. Да, не стоит юзать его часто. Пошли сейчас на мост, посмотрим, может, там что-нибудь есть. И пошаримся у нас за нашей фурой, за нашим фургончиком. Там тоже труп должен быть. Да, там тоже спаунится иногда труп. И пойдем на болото. Болото мы не смотрели с тобой. О, да, господи, самое страшное. Да, там это молния, помнишь, ударяла в прошлом видео? Мы обосрались. Ой, там очень страшно было. Да, согласен. Так. Ой-ой-ой. Скала тут выросла какая-то. Скала, да. Так, ну ладно, давай попробуем зайти туда, на мост. Взойти на мост. Восхождение на мост. О, попался! О, попался. Орёт. Орёт, сука. Так, он около вышки. Да. Черт, вышку отсюда не видно, твою дивизию. Ну ладно, раз не видно вышечки, то пойдем вот на мост тогда. Видно не судьба. Видно не судьба, да. Видно не судьба. Ладно, пошли дальше, Данька. Пойдем, да. Пойдем. Так, а, вон там еще один отросток. Возможно, вот у того отростка... Да, блин. Данька, сейчас пройдем обратно. Пройдем обратно. Да на карте там есть отросток такой. На кишку похож. Ага. На клоаку. Клоак. Так, и сейчас вот давай пропаркурим здесь и пойдем. Подожди, я тут залезть не могу. Ай-яй-яй-яй, блядь! Я удал, я упал. Так, Данька, заодно и зайдем на вторую вышку, похилились там. Так, да, я сейчас под мостом, как вы видите, под мостом есть, должна быть вода, но я ее не вижу. Потому что вот так вот. Вот так вот, потому что. Так, Данька, ты где? Под мостом тебя не вижу, конечно. Стоп, вот фаер, я понял. Ох, ёпаш мать! Да что такое? У меня шит тут. Да, лезать тебя. Вот я прыгаю. Ё-моё. Ладно, побежали тогда вот к тому отростку. Давай. На карте впереди. Давай. Который. И надо иногда озираться в прибор ночного видения, ПНВ, да. Наш, чтобы как бы... Увидеть кека впереди. Кека, да. Спалить. Да, нашего йети. Снежного человека. Кстати, скоро... О! Скоро. О! Трубчанский. Да. Смотри, он ему ноги вообще в обратную сторону. Да. Блин. Пойдем, давай не будем стоять на месте. Это какой-то лысый из Бразерс. Если он упадет. Да. Не то слово. Пошли тогда вот туда вот впереди. Да, там. Это вышечка. Сейчас отметим еще вышечку вот эту. Нет. Вот. И надо вот поискать еще трупы. Возможно, вокруг нет, тоже нет. Будут трупы, нет? Так, амуницию. Сял. Бери амуницию. А, и я да, для флеера возьму. Там кек, кажется, впереди был, если не ошибаюсь. Или мне показалось, где текстура. В смысле? Да не знаю. Вот это. Текстура, возможно. Ладно, пошли дальше. Да. Как я не хочу встречать кека, господи. Ой-ой-ой. Ну, вот на самом деле, реально, кека встретить. Твою мать. А-а-а-а-а! Нет! Твою мать. Даня, я сдох. Да. Черт, чуваки. Нет, я просто... Ты тоже? Хорошо так упал. Блин, ну... Давай тогда... Лол, чуваки, что делать? Ладно, чуваки. Тогда... я предлагаю сейчас закончить съемку мою и продолжите, да, вот просмотр на канале, да. У Даньки. Сейчас у него тоже выйдет видосик. Вот, от лица, потому что
как бы я сдох, и Данька попробует самостоятельно убить Кека. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте хорошие комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока. И да, в описании.